Врач проверяет состояние здоровья, прежде чем назначить лечение. Избавиться самостоятельно от табакозависимости сложно. Специалисты уверяют, у каждого курящего привязанность к вредной привычке связана с рядом психологических факторов. А это значит, любой стресс критической ситуации, и вы снова потянетесь за сигаретой. Многие считают, что перейти на вейп значит сделать шаг к избавлению от зависимости. Но это не так. Можно помочь, если человек обращается к психотерапевту, чтобы помочь разобраться в своих, ну, скажем так, мыслительных, эмоциональных, поведенческих стереотипов, которые провоцируют желание закурить. И в ряде случаев требуется как бы лечение либо медикаментозно, либо другое, чтобы снять болезнь Стани, которая развивается при отказе от сигарет. Врачи постоянно проводят исследования влияния вейпов на организм. Последние шокируют. Как пишет российская газета, любители электронных сигарет в полтора раза чаще становятся жертвами сердечных приступов, инсультов, депрессии и ишемии по сравнению с теми, кто вообще не курит. К такому выводу пришли кардиологи из Университета Канзаса. Исследователи проанализировали данные о здоровье примерно 100 тысяч курильщиков на протяжении 15 последних лет. Оказалось, что табак повышает вероятность заполучить сердечный приступ на 165%, коронарную болезнь сердца на 94% и инсульт на 78%. Избавиться от опасной зависимости помогают врачи. Лечение проходит анонимно, ложиться в больницу нет необходимости. Очень часто лечиться от опасной зависимости люди приходят, когда у них уже начались серьезные заболевания. Вспоминаю случай, когда человек приходит, буквально плачет, говорит, у меня выражено поражение сосудов, мне могут ноги отрезать. Врачи сказали, что мне нужно бросить курить, а у меня не получается. Да, или там легочные заболевания и так далее. Лечение проводится платно, но деньги небольшие и многое зависит от состояния здоровья пациента. Как уверяют врачи, лучше сразу довериться профессионалам, чем самостоятельно пробить таблетки, которые есть в свободной продаже, или купить пластырь, а через пару месяцев снова купить пачку сигарет. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».